Какой человек мне попался? Да, какой же вам человек-то попался? Ну-ка, расскажите, интересно. Хороший человек. По телевизору иногда вижу. Программа. По телевизору? Идет. На телеканале у... «1+1»? Нет. А где вы меня видите, интересно? По-моему... Это что за канал? Просто не знаю даже. Да ладно. Не, я просто реально не знаю, я не прикалываюсь. Да. Ну, есть канал, программу ведете. Да? Ладно, я в курсе. Да я в курсе, я в курсе. Ну, тогда не буду говорить, откуда я. Да и не надо, да. Это, а вы о чем общаетесь? Какие вопросы интересные обсуждаете? Да, если честно, с каждым по-разному. Ну, если честно, попадаются в основном какие-то... Хулиганы грубят, да, матом ругаются, да. Очень грубят. Ругают. Ну, тут просто у нас здесь, наверное, взаимная такая это. У вас тут тоже, поверьте мне, не одуванчики сидят, слышишь? Наконец-то я вспомнил, вы называетесь дядя Слава. Да, дядя Слава, все правильно, да. Да. У вас тоже не одуванчики сидят. Заходишь иногда, даже ничего говорить не надо. Просто они меня видят и начинают такой... изо рта лица, господи. Ну, я много смотрел видео с вашим участием, интересно. А чё злятся-то? Ну, вот когда правду людям говорят, они почему-то такие злые становятся. Ну, почему такие злые-то? Ну, от правды все равно не уйдешь, она все равно нас окружает каждый день. Ну, так-то, если быть объективным-то. Можно на меня ругаться, ну, да, можно кого угодно ругаться, но если что-то не так в твоей жизни, оно будет не так, оно не изменится от этого. Ну, когда 8 лет в уши дуют... Ну, видишь, в чем дело. Мне-то, вот, допустим, ничего не дули, и я спокойно себя чувствую. А кто-то, допустим, позволяет, чтобы ему дули в уши. Это его заслуга, это его приоритеты. Значит, ему нравится, чтобы ему дули в уши. Что тут скажешь-то? Это да. И вы взрослый человек, вы же сами вправе что-то пускать себе в голову, что-то нет, согласитесь. Совершенно верно. Совершенно. Вот, и поэтому как бы здесь все понятно. У меня как бы вопросов нет. Если честно, я даже не ожидал вас увидеть. Да нормально. Ладно, побегу, не буду вас смущать, просто понимаю, что... Один вопросик. Последнее время Куликова не вижу. С ним все в порядке? Куда он пропал? Я не очень знаю, кто такой Куликов, честно. Да, ладно, ясно. А кто хоть? Блогер? Кто это такой? Ну, телеведущий. Ну, честно говоря, не, может быть, видел на лицо, но я не знаю, что он Куликов, допустим. То есть вот так, я просто не знаю, о ком вы говорите. А какой канал или что за передача хотя бы? Передача «Кто против?». Ну, я, видишь, я телевизор не смотря, просто не знаю. Я слышал, вроде такая передача есть, но врать не буду, я не знаю, как он выглядит. Не смотрю точно. Что-то вдруг резко раз и пропал. Такая интересная программа. Может быть, чем-нибудь сказал не то. Не вписался в нормативы. Такое бывает. А что-то хотел туда. Да, он мог. Он такой мог, парень. Да. Отлично. А формат... Хорошо, ладно. А формат... Не, подожди, а формат сам передачи. О чем просто, чтобы я понял, да. Мог он пропасть или нет? Да ну такой же формат, как у Соловья, например. Ну, значит, что-то, видать, лишнего ляпнул. Кстати, хотел вот при встрече... А, вот, люди пишут, стой. Люди пишут, он в отпуске. А, ну, дай вот, ребята пишут, он в отпуске, так что он скоро выйдет, нормально. Ясно. Хорошо, спасибо.